Сьогодні у світі існує дуже багато дизайнерів одягу, і з кожним роком їх усе більше і більше. Спостерігаючи за різноманітністю фасонів та моделей, очі просто розбігаються, чи не так? Але найчастіше вибір тієї чи іншої продукції згодом не відповідає нашим очікуванням з різних причин. Одеса Fashion Channel готовий презентувати вам нову студію дизайну та цифрового друку Milano Digitals, що гарантує високу якість своїх послуг, незрівняний друк малюнків та приголомшливу яскравість кольорів. Виробництво студії Milano Digital знаходиться в Одесі і спеціалізується на тому, що робить виняткові та безпрецедентні принти на тканинах. Крім цього, співробітники стверджують, що використовують дороге італійське обладнання і відповідно фарби, що дозволяє друкувати принти без розривів та розмитих ліній. Цікаво те, що поки що в Україні аналогів такого просто немає. Тому Одеса лідирує у цьому аспекті і, до речі, величезний вибір тканини відповідає вищої якості. Скажите, пожалуйста, как давно вы открыты? Мы открыты совсем недолго, всего лишь третий месяц. И за этот короткий период времени мы уже наработали некую такую хорошую базу клиентов, которые нами очень довольны. Это какие-то известные дизайнеры? Непосредственно, да. У нас есть дизайнер Жанна Климова, Андре Тан, Пустовид. Почему вы решили назваться Milano Digital? Мы решили так назваться, потому что стремимся к высокой моде и закупили итальянское оборудование, которому аналогов в Украине просто больше нет. Какие у вас планы на будущее? Что вы, возможно, еще какие-то услуги откроете? Ну, в дальнейшем мы планируем заниматься лазерной резкой, теснением на ткани, то есть, если вы знаете, это гофре, юбочка гофре, кто не знает, и ламинирование на ткани, то есть нанесение фольги. Также неотъемлемая часть нашей работы будет вышивка на ткани. Расскажите, пожалуйста, как создаются принты? Приходит заказчик. В основном у заказчика есть свои идеи. Соответственно, он высказывает свои пожелания. Создаются макеты, которые заказчик примеряет на мокап, смотрит на экране, примеряет на мокап платье какое-то, смотрит размеры, как он хочет, цвет, иллюстрация, и потом печатается ткань. Зараз, з розвитком комп'ютерних та друкованих технологій в цілому, Milano Digital пропонує широку альтернативу традиційному друку на тканинах, а також швидке і доступне виготовлення пробних зразків, що дає можливість перевірити ваші ідеї та ознайомитись з продукцією до початку виробництва. Це прекрасно підходить для ексклюзивних лімітованих проєктів і дає можливість швидко реагувати на тенденції ринку, а також відповідати на вимоги в сфері виробництва модного одягу. Жанна, скажите, почему вы решили сотрудничать с Milano Digital? В первую очередь, потому что у меня была очень такая актуальная необходимость сделать дизайнерские принты. И я была в поиске. Когда я нахожусь в поиске, как бы мир всегда мне дает, указывает путь. Вот. И мы как-то одновременно притянулись друг к другу. Они нашли меня, я нашла их, и как-то все так раз и сложилось. Вам помогали дизайнеры создать то, что вы именно хотите? Да, мы как раз вот очень плотно работаем вместе с девочками-дизайнерами, потому что как бы дизайнер одежды, он не может объять необъятное. Вот. Он и конструктор, и художник, и он должен понимать и в крое, и в шитье, и в технологиях всех. Вот. Но в любом случае это неправильно, когда он работает сам. Всегда есть те, кто лучше разбираются в том или ином направлении. То есть я задаю как бы настроение, тему, а девочки лучше знают, как это все проработать и как это в технологии ткани использовать. Поэтому, естественно, мы работаем в тандеме. Чего вы ожидаете от этой компании? Ну, как вам сказать, чего я ожидаю? Каждый раз, когда вступаю в какие-то партнерские отношения, в данном случае это партнерские отношения, я всегда ожидаю профессионализма, адекватной работы, творческой какой-то энергии, как от
всех, с кем я коммуницирую и в работе, и в жизни. Поэтому я по этому принципу и отбираю партнеров. Если я вижу, что что-то неправильное и неадекватное, и неактивное, и не творческое, то не работаю. То есть вы рассчитываете на долгое сотрудничество? Я никогда не заглядываю вперед, жизнь очень динамична и капризна, непредсказуема, но вот данный этап, вот сейчас этот процесс, сегодняшний день, этот момент, в котором мы живем, мне он нравится и хочется хорошего результата, чтобы всем было хорошо, потому что это правильно, когда хорошо всем. А скажите, пожалуйста, где мы можем посмотреть ваши модели уже непосредственно на ткани от Milano Digital? Ну, давайте так, опять-таки, мы планируем... Мы предполагаем, Бог располагает. Вот, мы прогнозируем себе на июль месяц, ориентировочно 15 число будет Одесса Fashion Week, и там будет представлена как раз вот такая капсульная коллекция, сделанная в нашем тандеме. Часом на славу бути цікавим, унікальним та нестандартним, адже кожен з нас хоче виділятися з-поміж натовпу сірої маси. І сьогодні це зробити легко. Досить приїхати до студії дизайну Milano Digitals. І повірте, тут вам допоможуть знайти та зробити саме те, що вам потрібно. З вами була Ольга Олімпія та ваш найулюбленіший Одеса Fashion Channel.